Когда мы пришли на работу, была открыта входная дверь на балкон, было вскрыто вот это окно. То есть те люди, которые этим это сделали, они зашли через окно. А там же сигнализация. Были следы, сигнализация не сработала. То есть на тот момент она не работала, хотя вот эти датчики, они как бы были все, но мы все знали, что она не работает. Но питоны могут без тепла обходиться, без пищи долгое время, а игуаны и крокодильчики, они просто погибнут. Ну за сколько нужно их найти, чтобы спасти животных? Ну чем быстрее, тем лучше, конечно. А вы кого-то подозреваете? Я знаю только, как бы я много думала, сидела и думаю, что это люди не посторонние. Почему? Или работники зимнего сада, или под чьим-то чутким руководством это было все сделано. Потому что взяли тех животных, которые маленькие по размеру, которых если домой перенесешь, то соседи и знакомые могут их не увидеть, их можно спрятать. Я считаю, что так. Они же вот не забрали больших питонов, да? Или не открыли ядовитую змею? А как бы целенаправленный поход был сюда все-таки. Люди шли целенаправленные, подготовленные. Они выбрали погоду даже такую. В ту ночь был дождь. Даже это они предусмотрели. И они знали, что сигнализация не работает? По всей видимости, да. А вообще вот что можно сделать с ними? Их же просто так не продашь. Зачем они могут понадобиться, эти животные? Могут продать. Почему? Могут. Много, очень много любителей экзотики сейчас. Экзотических животных. Любителей, которые приобретают. Потому что в нашу компетенцию входит не только, что люди посмотрели и ушли. Они вправе задать вопрос, и я вправе ответить на этот вопрос. Многие задают, а как вот дома питончика? Вот расскажите держать. Если бы я знала, что, может быть, этот человек и спрашивал, именно этот человек у меня спрашивал, и я ему дала полную информацию, как, что и почему. Вот что самое страшное. Самая игуана. Она здесь была маленькая, у нее красивые веточки были, и поилочка была. И мы знали то, что она любит. Так. Да, здесь был крокодил у нас маленький. Он как раз вот эта вот поилочка, прям как маленький бассейн у него был. Он прям помещался, туда мяско ему бросали. Тоже комфортно ему было очень. И вот в этом террариуме у нас были вот эти два питона. Королевские у нас были, самочка и самец. Такой очень красивый вид питонов, прям изумительные они вот здесь были. Когда мы пришли утром, террариумы были открыты. Окно они хорошо прикрыли, открыли входную дверь. Вот, например, такого крокодила никто не сможет украсть, да? Никто не сможет. Но если уже как бы с ним обходиться очень жестко, так жестоко, скажем, зверски, прям насильно, то тогда можно. А так он бы их искусал, здесь бы море крови было, естественно. Если бы они сюда полезли, мы не знаем, какое настроение у питона. Если он был бы агрессивный и долго его не кормить, он бы человека, взрослого мужчину, задушил однозначно. Опять же, если бы ему делали больно или как-то бы. А королевский питон не мог достать? Нет, нет. Почему? Они были около метра. И они сами по себе такие какие-то вот добрые. Потому что животные по характеру тоже как люди. Кто-то есть такой, а кто-то есть такой. Независимо от... Окно? Да. А и как вы догадались, что все-таки через окно? Директор увидел. Мы позвали директора. Директора? Завхоза зимнего сада. И когда они вышли на улицу, так пошли. Я смотрю, они окно открывают. Тогда вообще был шок. То есть директор залез через окно? Не-не-не, он вышел и пошел по балкону. Там через ту дверь вышел. И когда начал все проверять, эта дверь оказалась открыта окно. Окно. Ужасное было состояние. Как будто бы не кто-то это совершил, как будто бы вот я лично что-то. А получается, там окно открыто, да? Нет, мы совсем снаружи, вот не в вашем зале, в коридоре. С нашей стороны. В коридоре открыто окно? Не-не-не. А закрыто, да? Вот эта дверь закрывается, да. Ну, теперь уже сегодня все уже сделали. А они, получается, взломали то окно на балкон? Нет, они вот это. А там? А там открывается с этой стороны. А, с этой стороны да, открывается. Да. Для чего они его открыли?